Здравствуйте! В эфире специальный проект «Дорога – это жизнь». В его рамках мы продолжаем рассказывать про дорожные знаки. Сегодня я расскажу про знак «Светофорное регулирование». Он относится к категории предупреждающих знаков. Знак «Светофорное регулирование» обращает внимание водителя на то, что он приближается к участку дороги, регулирование на котором происходит с помощью светофора. Вне населенных пунктов такое предупреждение устанавливается на расстоянии от 150 до 300 метров до установленного светофора. В следующем выпуске мы расскажем вам про знак «Главная дорога». На сегодня я прощаюсь с вами. Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Соблюдайте правила дорожного движения каждый день.